А за что вы любите Закарпатье? Или только Мукачево? Как вы определяете? Закарпатье, ну, это неправильно, что я люблю Мукачево. Я родился в Мукачеве, я являюсь пятым поколением мукачевцев. К сожалению, мои сыновья не родились в Мукачеве. Один родился во Львове, второй родился в Америке. Но, как ни странно, вот у меня есть ностальгия по этому краю, я бы сказал, по Мукачеву. Вот видите, мы сейчас находимся в самом Мукачеве. Мы находимся в одной из жемчужин Закарпатья. Это санаторий с термальной водой, которая можно практически назвать на пальцах, где есть такая термальная, это только в Баден-Бадене есть, и в Венгрии. Вода, которая практически исцеляет опорно-двигательным аппаратом люди, которые болеют, для кожи, для улучшение состояния лучше. Я просто влюбился в это место, и поэтому инвестировался. Это не бизнес. А как вы нашли это место? С чего все началось? О, случайно. Знаете, свое 50-летие я праздновал здесь. Как ни странно, живя в Америке, я зафрактовал самолет, большой Боинг, и привез сюда 250 человек. Это большинство из них было закарпатские, которые уехали, евреи, которые уехали 30 лет назад, 25 лет назад в те времена. Годы бегут, уже сегодня прошло 14 лет с тех пор, как я праздновал свое 50-летие здесь. Моя семья, мои дети, моя мама, папа, дети говорят, что ты поедешь в деревню? Я сказал, нет, я хочу здесь. Я до этого приобрел, я приобрел специально гостиницу центральную, она называлась Привенград Чилак, назывался Звезда, а сейчас называется Стар. Гостиницу специально сделал для гостей. Хотя они не помещались, там я снял еще в санатории Карпаты номера. И вот самолет на 250 я прилетел, он приземлиться в Ужгороде не мог, такой большой, он поэтому приземлился в Будапеште, и оттуда я 3 самолетами остальных людей привез. И люди впервые после уехав Советского Союза приехали сюда и думали, что вот сейчас будет таможня, сейчас будет как обычно, те привыкли, те когда не уезжали и тому подобное. И вот прилетают самолеты в Ужгород, и их встречает военный оркестр. Ну, это, конечно, организовал. Военный оркестр с трубами, с этими самыми. Есть фильмы, которые это запечатли. И люди, выходя из самолета, вот мои, это практически мои друзья, мои знакомые, они все обалдевшие, не понимают, куда они попали. А самолет приземлился в Ужгороде, понимаете? А тут военный оркестр их встречается, все дела, они какой-то ни таможни, ни пограничи нету. Паспорта все сдали, в связи с тем, что компьютера тогда не было. Вернее, они были, но они были настолько медленны, что людям надо было бы там стоять полдня где-то. Были договорились с начальником погранзаставы, что они проверяют всех людей, идентифицируют их, паспорта забирают, и люди уезжают, они потом ставят печать и паспорта привозят нам. Вы, у вас профессия не это, вы торговое образование, да? Да, я закончил Львовский фокусник. Нет, я закончил Львовский торгово-экономический институт и всегда хотел это сделать. Если я напомню, как вы пришли, вы было 50-летие, вы привезли сюда друзей, большое количество. Но этот санаторий мне показали местные руководители области. Это не санаторий был, это была вот эта горка. И стоял домик, вот там с правой стороны, на 6 номеров, там, или на 8 номеров, не помню. Это был какой-то кооперативно хлебозавода, что-то надо. И вот мне говорит один из руководителей области, говорит, Алекс, ну ты мог бы инвестировать здесь деньги, в это самое, и структуру сделать, когда... Здесь 2 этих озера были. Но это было Клондайк, понимаете, вы знаете, что такое постсоветский разбит. Я так посмотрел, я говорю, знаете что, я согласен. Но тогда я еще и не имел даже представления, что хочу сделать. Если вопрос, вот зачем, вот у вас был какой-то коммерция, это какой-то идея. Но коммерция всегда присутствовала. Это был бизнес? Да, это коммерция, безусловно, коммерция всегда присутствовала. Но для меня это было первоочередное хобби сначала. Я мог себе позволить это хобби, а потом я это хобби перевел в коммерцию, где оно является прибыльным. Вы здесь ночуете, когда приезжаете? Конечно. То есть вам здесь нравится само? Конечно, и я ночую в любом номере. Вот я сейчас ночую в 10-м номере. В прошлый раз в 12-м, я начал где-то, вот там VIP-коттедж, который был, это шикарнейший коттедж для гостей, но я там не ночую, хотя я могу там ночевать. То есть вы влюбились в это место, проще говоря? Я не только влюбился, я здесь вырос, понимаете, для меня, я вырос, а потом произошел... Я имею в виду, в данном случае вот это место. А вот это да, для меня это, я бы сказал, одно из важных дел, которым я занимаюсь. И мои дети, в частности мой младший сын, говорит, папа, вот скажи мне, ты столько энергии тратишь, я вижу каждый день ты на телефоне, Ярослав Васильевич спрашивает, как дела, сколько людей, сколько то, что нужно сделать. Ты мне скажи честно, ты зарабатываешь деньги там? Я говорю, ну конечно заработаю. Говорит, пап, ну мне ты это не рассказывай. Да именно если можно, правда, скажи. Ты это мне не расскажешь, ты расскажи это маме. Мама тебе поверит, я тебе не поверю. Поэтому я вам скажу, если он будет видеть это интервью, он припомнит этот разговор. Безусловно, мы за все годы, которые мы здесь работаем, мы ни одной копейки отсюда не взяли. Так что, всю прибыль. То есть вы сюда вкладываете? Да. Значит, прибыль, которая мы получаем, мы все инвестируем в инфраструктуру, мы все делаем. Мы повышаем зарплаты практически каждые полгода. Если я правильно говорю, вот директор не даст соврать. Мы не повышаем на там 100%, но повышаем по 10, 15, да. Мы стараемся премии сделать. Мы провели сейчас второй год у нас на еврейскую Пасху, на Пасху, израильская фирма снимала полностью весь санаторий, привозила 250 человек. И мы делали ее полностью strictly kosher, это самое, что не так просто сделать, но мы его сделали с рабаями и тому подобное. То есть, если говорить конкретно, это прибыльный бизнес, но это не бизнес для меня лично, с которого я хочу жить. Понимаете? Но в то же самое, если бы он был убыльным, я бы им не занимался. То есть я бы что сделал? Я бы построил себе вот один коттедж, красиво сделать, приезжал, строил, там было бы 4 людей, 5 людей, как у меня в Будапеште, как у меня в Киеве, как в Москве, где я имею там обслуживающий персонал, я приезжаю в Будапешт, это не бизнес, там апартаменты мои, бассейн, сауна, то же самое есть, но никакой прибыли он не приносит. Здесь я бываю практически каждый месяц. Александр, у меня личный вопрос. Я в своей жизни поставил памятников 25. То есть я ландшафтный архитектор по одной своей специальности. Я знаю, как ставить памятник, зачем ставить памятник. И у меня вам вопрос, зачем миллиардеру, меценату, бизнесмену, влюбленному в Закарпатье ставить памятник Францу Иосифу у себя в санатории? Рассказываю. Две причины. Первое. Очень многие люди не знают, что Франц Иосиф был очень именитой фигурой в мировой истории. Не только в европейской истории. Первое. Он был, если мне память не изменяет, около больше 40 лет императором Австро-Венгрийского. 68 лет он был императором. Видите, 68 лет, даже больше. Значит, детство. Второе. Он обожал этот край. Это были его владения. И приехав однажды сюда охотиться, не здесь, а подальше, в лесах, ему настолько понравилось, что он приказал построить железную дорогу. И вот эта железная дорога международная, которая идет с Вены, Будапешт до Москвы, значит, по территории Австро-Венгерской монархии аж до гор, это построил он. То есть по его указанию было. И по одной из легенд, которые мы нашли, в этих лесах, охотясь и гуляя, здесь он еще был, он напал здесь на один из источников, который, ну не он, может быть его люди, это никто не знает, отпил этой воды и сказал, насколько это отборная вода, насколько она свежая, насколько она... Я уверен, что, может быть, и в других горных массивах. Она где-то здесь рядом находится? А вы можете высыпать, там есть у нас колодец. Там бювет или колодец? Да, был бювет, мы его сделали бювет, сейчас делаем колодец с него. То есть его можно, эту воду можно будет... Можете, она да. будет называться имени Рофта или имени Франца Иосифа? Никакое имени не будет. Не будет как? Никак, просто... Вода Франца Иосифа, есть земля Франца Иосифа. Нет. Ничего этого мы не делаем, во-первых. Потому что мы не знаем, пил ли он, зачем нам фальсифицировать то, чего мы не знаем. Зачем, вот видите, при памятнике он с ружьем, какой-то, не вино, это корчашка невинная, это с водой. Это корчашка с водой. А я читал в прессе, что это вино. Нет, это писал, наверное, кто-то написал, не знаю, кто писал, что писал. Нет. Так, понятно. А чего лечит эта вода? Вода у нас уникальна. Если вы почитаете, у нас есть заключение Европейского баден-баденского института, я не говорю только одесского, что эта вода, первая, это опорно-двигательный аппарат, который у нас с глубины 640 метров идет термальная вода, 42 градуса горячая, мы охлаждаем, это вода, насыщенная железом и кремнием. А ее бутилировать можно? Нет, ее пить нельзя. Она живая вода, да? Она, ее пить нельзя. Более того, она настолько агрессивна, что вам даже не разрешают, врачи у нас, больше 10 минут вам не разрешат не быть. А, это вода для купания, это не вода для купания. Ну, опорно-двигательный аппарат, это лечит это самое. Значит, по легенде есть такое, что сюда приезжали 200-300 лет назад, люди пили, не пили эту воду, а мазали, и женщины омолаживали свое лицо. То есть она на кожу имеет очень благоприятный вариант. Но нету чуда, понимаете, врачи сегодня доказывают. Кремний, железо, все это минералы, которые нуждаются человеческий организм. Не говоря уже, если человек уже в возрасте. Это мужчины и женщины одинаково. Вторая вода, которая у нас есть, это так называемая слабоминерализированная, которая помогает пищеварительному процессу. Это питьевая вода. Это питьевая вода. Вот там бювет, вы видели наверху? Да. Вы видите там буфет, там 100 грамм, 200 грамм, 300 грамм. Люди приходят стаканчик, в зависимости от того, что врач им приписал, они пьют столько воду. Сколько раз в день? 3, 4, сколько скажет врач, вот это вторая. Но я бы подчеркнул, что, допустим, эта слабоминерализированная, которая пищеварительный процесс, она не является такой известной, или назвать ее лучшей из источников, которые вам известны здесь или в Европе. А вот термальная вода, которая для опорно-двигательного, которая для костей, сухожилий, да, вот это уникальная вода. Вы, я могу сделать эксперимент, дайте, пришлите мне человека бесплатно, у него болят ноги, у него болят спина. Я гарантирую, за 3 недели, только принимая бассейны, ванны, этот человек забудет, что такое боль. Человек, я на себе все это испытаю. Нет проблем, нет проблем, нет проблем, пожалуйста. Как у каждого старого еврея, у меня больная спина. Да, но врач должен определить, что у вас... Так, ну я записываюсь, да, все? Нет, договорились. Я делаю материал тогда. Да, но врач должен, наш врач, который у нас сегодня один, настроен, посмотреть и определить, почему. Это зависит от какого состояния. Почему разрешают до 10 минут? Если вы сердечник, вам разрешат только быть до пояса. Не, вы, понимаете? Если вы не сердечник, значит вам разрешат 10 минут. Если вы старшего возраста, вам разрешат 5 минут. Понимаете? То есть это все зависит от того, какое состояние. Есть свои врачи, которые этим занимаются. Обязательно. Это да. Все на месте. У нас есть врачи, именно специалисты по этому вопросу. 5 врачей. У нас 5 врачей. Кого бы вы хотели здесь видеть прежде всего? Кто должен у вас лечиться? Кто для вас важен? Для нас важен любой контингент людей, которые приезжают сюда, потому что это именно санаторий. Это не место, где ты приезжаешь погулять, попить водки, вина и тому подобное. Есть и такие, которые приезжают сюда. Японцев вы здесь хотели бы видеть? Какая нам разница? Чили. Ну как это? Бог знает, откуда люди приехали. Как пусть приезжают, Просто у нас проблема будет, если они говорят по-английски, то нет проблем. У нас есть английская переводчики у вас все есть, у нас администратура говорит по-английски. Ага. Кем бы вы гордились? Самым знаменитым или как бы человеком, который сюда бы приехал? Нет, для меня простые люди больше означают. Понимаете, я еще владелец многих гостиниц в Европе. А. Я строю, хотя у меня есть и первоклассные гостиницы в Будапеште, допустим, есть гостиница, которая занимает первое место в Будапеште. Она называется Ария. Она выше, чем Four Seasons Hotel. Построил ее год назад, год она работает, и она на первом месте. И она бутик-хотел, которого нету сегодня даже в Европе. Вот такой именно уникальный. Я строю сейчас в Торонто, в Канаде, самую большую гостиницу со своим партнером Генри Калланом. Гостиницу на 406 номеров. Это будет самая большая гостиница, где будут конференц-залы, конгресс-зал, который есть и рядом, везде, там футбольное поле. То есть в Торонто это будет самая большая и самая красивая гостиница. Но основные имя гостиницы, которые в Европе, это 3-4 звездочки. Потому что я, как экономист, верю в то, что на сегодняшний день людей с экономической ситуацией, которая сложилась в мире и в Европе, за 40, 50, 80 евро в сутки будет намного больше, чем людей, которые платят 300, 400, 500 евро. Я прошу прощения, вы лучше разбираетесь в религии, чем я. Я, как бы, так сказать, еврей кошерный, но тем не менее не сильно религиозный. У меня в этом смысле знаний немного. У нас есть такое понятие «страшный суд», да? Угу. А нас будут спрашивать Господь о том, что мы сделали лучше, что хуже и так далее, то есть давать оценку. Есть такой момент, да? Так же, как христиан. Да. Вот если вы, не дай Бог, не надо торопиться, но пристанете, чем вы перед Господом будете гордиться и как бы, какое лучшее ваше событие в жизни, чем... Ну, может быть, гордиться я могу своей семьей, в первую очередь. Могу гордиться своими сыновьями, которые все имеют свое образование, которых я считаю умными ребятами, не потому что они мои сыновья, потому что моя жена, закончив институт тот же, что и я, и получив высшее образование, выбрала себе бизнес воспитания детей. И я был всю жизнь занят, как говорится, добычей денег, да, как тот орел в клювике таскал пищу домой, а она занималась детьми. И второе, что я унаследовал, я думаю, от моих родителей, а больше от своей мамы, стараться выбирать людей, ну, если можно так высказать, правильных. Это много раз человек даже ошибается в жизни. когда, знаете, через 10-20 лет ты понимаешь, что ты общался с человеком, а он оказался не тем... Вы умеете выбирать людей? Я считаю, что да. Я думаю, у вас формула есть какая-нибудь? Есть формула, но эта формула построена на интуиции. Та интуиция, которая, она дана генами родителей, в конце концов, это Богом дана. И третье, что я сказал, что я всегда учился у родителей, и особенно у мамы, всегда помогать людям. Независимо от того, я начал с того, когда мы начали, независимо от того, какой они религии. Потому что если человек просит, ты должен ему дать. И написано у нас в Торе и в христианской Библии, сколько дать. Но нужно обязательно дать. То есть перед Богом у вас два преимущества, чтобы, скажем так, он вас оценил. Да? Это то, что первый проект – это семья, второй – это, судя по всему, благотворительность. Я правильно вас понял? Я умение сказал, делиться, да? Я сказал бы да, хотя я далеко не святой человек. А вы можете определить, как вы определяете, человеку надо давать или нет? Вот я не определяю. А как я вам объясняю. Мне мама сказала, я когда-то своим детям то же самое сказал. Я учил суде, говорит, ты знаешь, надо помогать и тому подобное. И неважно, пьяница он или какой, нужно помогать. И вот мы... Не, я сказал так, это было лет 25 назад, я сказал своему сыну, ну не надо там пьяницу там подавать или что-нибудь. И вот мы шли по Нью-Йорку, там стоит какой-то, ну видно, сам пьяница. Я говорю Максу, надо ему доллар. Не Максу, а Филиппу, старшему сыну. Он говорит, папа, он же пьяница. Я говорю, ты знаешь, это его проблема. Если он просит, ты ему должен твое дело дать. А вот что он будет дальше делать, это уже его дело. Ты дал, не важно сколько, ты можешь дать ему копейку, ты можешь ему дать доллар, ты можешь дать 100 долларов, это не играет роли, но ты должен обязательно дать. И моя мама тоже самое делала всегда. Вы в одном из интервью, которое я смотрел ваше, вы сказали, что у вас главная сейчас тема внуки. Угу. Я только не понял, они у вас есть? Нет, к сожалению, у нас есть два сына, которые уже достаточно в зрелом возрасте. Я бы сказал, Филипп, который уникальный по своему, я бы даже сказал, определенной степени даже гениальный, которому 38 лет, который имеет два высших образования, экономическое и юридическое, но никак не может определиться со своей парой. К сожалению, у него, я бы сказал, много пар. Хотя, может быть, в последнее время он более как бы степенился, ему уже 38 лет. А вот второй младший сын, которому 2 метра 2 сантиметра высотой, выше меня, который красавец, парень, очень умный, толковый, грамотный, очень много, тоже мне помогает по работе. Ему 29 лет, он как бы, мне кажется, если бы он влюбился сегодня, нашел бы девушку, то он бы женился сразу. А вы не хотите его сюда привезти девушку поискать? Говорят, что не... Куда поискать? Яблоки не лучше рвать, чем подбирать. Куда поискать? Вы знаете, один раз мы с женой попробовали нашим сыном познакомиться на девушке с дочкой нашего друга. О, мы имели такой скандал, что он устроил такой скандал. Мать говорит, если еще раз я чувствовал, он почувствовал, хотя мы это не знакомили, а так собрались, ресторане, сюда-туда, но это сразу почувствовал, в чем дело. Еще раз вы сделаете, я перестану с вами общаться. Поэтому мы решили, что они сами себе выбирают. Вы помните, куда Абрам отправил своего сына искать невесту? Как? Ну как? Ну там, где он родился, своим родственником. Да. Да, это потом. Скажите, вы можете представить, что ваш сын приедет и найдет себе девушку? Во-первых, мои дети закончили еще. Ну, естественно, мои дети прекрасно разговаривают на иврите. Мои дети более религиозны, чем я. Я бы даже сказал, Макс однозначно. У нас кошерный дом. Ну, вне дома мы как бы кушаем везде. Вот. Но тем не менее, у нас каждую пятницу шаббат ужин. Все дети наши, двое, которые, где бы они ни были, они всегда бегут, спешат, чтобы прибыть на этот ужин, потому что это единственный день, когда семья может быть вместе. Значит, у них неоднозначное понятие о Закарпатье. Может быть, у Филиппа более другое, но Макс, да что это деревня, это что, это запущено, это нигде ничего не знает. Я сегодня, а я постучал, мы сегодня были в Солотвине, ездили, Солотвин это 200 километров отсюда. И мы едем, заезжаем, надо в туалет сходить. И мы заходим, там магазин говорит, дайте, ключи мы вам заплатим, дайте в туалет. Говорит, идите там во дворе, пойдите, мы зашел в туалет, знаете, какой туалет? Да, да. Как деревня, да? Да, да, да. Деревянная это самая и дырка. И со мной едет мой помощник, который русский парень с глубокой России, уже живет на Украине. Он говорит, там туалет, говорит, да, зайди, только не забудь включить кондиционер. Он шел туда и смеется. А мой сын, я вам расскажу, это было тоже, ему 29 лет, ему было 9 лет. Мы поехали в Карловы Вары отдыхать. Я обожаю вообще санаторий. И нас там пригласили на природу, там шашлыки, машлыки. Он говорит, а там, знаете, вдалеке стоит такой деревянный, это как-то. И Макс говорит, пап, мне нужно в туалет, я хочу пить. Я говорю, иди в закут, не, я не, потому что американец, не, я не пойду. И он, ну, вот там туалет, у тебя. Он побежал туда, я говорю, смотри, как он выскочит. Он заходит в туалет, он думал, что там свет, кондиционер, все. Он как увиделся, он как пуля вырвался, прибежал. Папа, ты что? Ты знаешь, что там плавает? Я говорю, нет, сынок, я знаю, потому что я знаю это по жизни. Но ты должен учиться всему. И если ты хочешь попеть, ты должен пойти туда. Два коротких вопроса. Первый. Вы любите Украину? Конечно. Вы верите в ее будущее? Однозначно. Второй короткий вопрос. Вы верите в будущее евреев в Закарпатье? Здесь есть будущее для евреев? Однозначно, при сегодняшней Украине, я вам скажу, где практически антисемитизм остался только на бытовом уровне, а нет государственного антисемитизма. Что была проблема в Советском Союзе? В Советском Союзе, знаете, антисемитизм не на бытовом уровне только, а был на государственном уровне. Я поступаю в институт, проходил квоту. Закончил институт, школу на отлично, я тоже с трудом попал в второй экономический институт. А вот, допустим, сегодняшней Украины нету. От кого зависит будущее евреев в Украине? От евреев или от местных властей? Я бы сказал, с обоих сторон, от обоих. Первое. Евреи не должны делать advantage, значит, брать преимущество от того, что они находятся в меньшем количестве. Но и не должны стесняться, что они евреи. Ведь прочитав последние информации, которые с архивов России были, где во времена Советского Союза, помните, говорили, что евреи воевали в Ташкенте. А ведь на самом деле не так. Евреев-генералов было 229 человек. И даже конники были. Да, не конники, был один адмирал, тоже еврей. Да? 229 человек, генералов было. Значит, из евреев воевало 460, почти 470 тысяч людей, из которых 200 тысяч погибло. И я не сторонник Путина большого, потому что, мне кажется, многие вещи он неправильно делает. Но, тем не менее, я должен отдать ему должное, что он первый, который из верхнего руководства России, а тем более из Советского Союза, признал, что евреи, он сказал, 500 тысяч назвал, воевали вместе с нами и также погибали на фронтах, как была. И я не могу говорить, конечно, что не было антисемитизма в Советском Союзе, он был, потому что когда сегодня, вот я мемориал построил на кладбище, которое было разбито во времена Советского Союза, и только благодаря уже Украине новой была возможность построить там мемориал в этом. Вы смотрели, вы видели этот мемориал? Понимаете, я поставил 450 символических надгробий, чтобы увековечить память этих людей, которые там лежат. А в советское время там хотели строить завод. Хотя можно было строить заводы, миллион мест где было. Но именно надо было строить его на еврейском кладбище, понимаете? И то, когда поднялся международный скандал со звонком Никсона, Брежневу, что ж вы там вытворяете, это было остановлено. Сегодня этого нет. Понимаете, сегодня, посмотрите, открывается Закарпатье. Мемориалы памяти евреям здесь. Это не важно, чьи деньги. Даже Венгрия, государство Венгрия, тоже помогает материально этого. Выделяются фонды для того, чтобы кладбище на местном уровне, начиная от губернатора, районных администраций, помогают тебе, чтобы ты мог сделать это самое, привести в порядок кладбище. Этого не было во время Советского Союза. Если можно, я хотел бы такую хорошую ноту для завершения. Вы можете рассказать любимый анекдот вашей мамы? Еврейский желательно. Ну, у мамы анекдотов было мало. Моя мама была очень умная. Знаете, ну, я расскажу маме, которую она слышала, и ей он очень понравился. Знаете, в Одессе выходит Абрам и несет 3-литровую банку мочи в руках. И мой человек спрашивает, ты что, Абрам, с ума сошел? Куда ты тащишь это? Ну как куда? Доктор сказал, что мне нужно сдать анализы мочи. Я говорю, зачем тебе 3 литра? Он говорит, ну говорят, что все евреи скупые, я им покажу, что я не скупой. Вот он заходит туда, проходит 2 часа, он идет обратно домой, снова тащит эту банку. Он говорит, Абрам, ты же сказал, что ты не скупишь, что ты сахар. Говорит, да, я им оставлю. В моче нашли сахар, я им оставлю там. Спасибо. С удовольствием.